Сегодня мы акцентируем внимание на этом пилотном запуске, потому что это не только для нас работа и ответственность, это ответственность для каждого из граждан Украины, кто ездит за рулем, немножко приучаться к другому уровню дисциплины и самоконтроля. Потому что интересный факт, вот сегодня с утра начали работать эти наши тестовые камеры, за 6 часов мы имеем такое количество нарушений, которое эквивалентно 3 миллионам гривен в государственный бюджет. 8 тысяч. То есть это очень много. И я думаю, что тут каждому нужно думать еще и об ответственности. Когда мы говорим о европейском уровне культуры на дорогах, то это еще и самодисциплина.